недавно совершенно, скажем так, это в январе был принят закон, после того, как Путин сказал о том, что нужно освободить всех шестисоточников от налога на землю, они взяли это прям так и сделали. То есть Госдума, не подумав о том, что 6 соток уже давным-давно ни у кого нет, по дачной амнистии все получили гораздо больше соток, ну, потому что реально было не 6, а 7, 8, 9. И распоряжение президента, которое он дал, поняли буквально. А на самом деле надо было освободить всех пенсионеров от налога на землю. Тем более, что ну, где-то в Московской области, может, еще и были такие нормы выделения по 6 соток. А в других областях пенсионерам давали гораздо больше земли. Вот. И сейчас у них просто из-за вот этой изменения кадастровой стоимости земельных участков суммы налога стали непомерны. И поэтому надо было освободить всех людей, пенсионеров, которые владели садовыми, ну, другими земельными участками, от налога в принципе вообще. И это надо сделать обязательно. А второе, это, конечно, то, что вот эта вот абсолютно бездарная инициатива Минфина о том, что давайте обложим налогом еще и там туалеты, сараи, легкие постройки, летние теплицы. Значит, они все хотят обложить налогом. Но это не принесет ничего, потому что люди, которые просто реально не могут, не имеют доходов, чтобы заплатить, там, не знаю, за ЖКХ, налог на землю, они еще и попадут под этот налоговый гнет. Огромное количество денег должно быть потрачено на то, чтобы оформить это все, установить в Регпалате, а потом после этого, ну, в Росреестре, я имею в виду, а потом после этого еще и заплатить какие-то сумасшедшие налоги. Поэтому я думаю, что этот закон не имеет права на жизнь, его ни в коем случае нельзя принимать. Но я думаю, что Госдума все-таки в конце концов начнет думать о людях, а не о наполнении бюджета, который потом, как мы знаем, расхищается.